Добрый день, друзья. Меня зовут Вера Черных. Я партнер компании «Краудван», город Санкт-Петербург. В прошлом я следователь по особо важным делам, замначальника следственного управления, подполковник юстиции. Я много работала с экономическими преступлениями, с мошенничеством. И не понаслышке знаю множество преступных схем. И поэтому привыкла не доверять сразу, не полагаться только на свои чувства и эмоции, а проверять все тщательно, ну, так скажем, по-взрослому. В сетевом маркетинге я с 2004 года. С 2010 года я работала в основном через интернет. Никогда не работала я ни в одном хайпе или пирамиде, четко осознавая свои риски. Я по натуре лидер, я в себе уверена, но я точно знаю, что не все люди такие, не у всех получается, а вот риск осознать это могут далеко не все. И в результате очень многие теряют, получают негатив. Ну, я таких случаев знаю множество. И вот знать, что ты заработал за счет других, это не для меня. В компании «Краудван» нет совершенно риска. Выигрыши здесь будут все, даже пассивные люди. И сегодня я вам в этой презентации это докажу. Когда мне предложили сотрудничество с компанией «Краудван», я думала недолго. Я думала, знаете, ночь. Посмотрела все, как положительные, так и отрицательные отзывы. Поняла, что негатив – это либо заказные статьи, либо люди просто на этом зарабатывают, либо хейтеры, которые против всего и вся. И в то же время я увидела, как много людей буквально за несколько месяцев компания «Краудван» уже получает серьезные деньги, уже покупают квартиры, машины, ездят в круизы и так далее. И уже на следующий день я вошла в компанию. Я, конечно же, вошла, знаете, больше даже на доверие. Я знала, ну, несколько человек, которые сюда зашли, и я, в общем-то, знаю, это люди серьезные. И, ну, вот то, что я вам уже сказала, такого, вот такая же, как я, примерно так скажу. И это было всего лишь 3 месяца назад, и я ни разу не пожалела об этом, только все больше и больше убеждаясь, насколько это было правильное решение. И вот сегодня я расскажу о компании «Краудван» с позиции человека достаточно взрослого, чтобы дать понять людям, что здесь можно быть успешным любой человек, независимо от вашего возраста, профессии, пола, национальности и так далее. И мы, женщины, которым уже за 50, тоже имеем такую возможность. Мы тоже хотим быть счастливыми и финансово обеспеченными людьми. И здесь таких нас очень много уже. И даже если у вас были взлеты и падения, были успехи и неудачи, праве все ошибаться, на доверчивости людей именно выстроены многие мошеннические схемы. К счастью, это «Краудван», это не тот случай. Здесь абсолютно все законно и правомерно. Я вас познакомлю с руководством компании. Я передам вам всю суть и главную идею создания компании «Краудван». Я покажу вам деньги, которые вы можете иметь уже сейчас и будете иметь в будущем. «Краудван» – это легальная, это прозрачная компания с профессиональным опытом руководства. Компания с понятной концепцией, с идеей, которая близка многим простым людям, таких, как мы с вами. Но которая может изменить мир, разрушив монополизированные рынки в глобальном масштабе. Юридический адрес компании «Краудван» зарегистрирован в Испании, в Мадриде. Этот адрес вы можете посмотреть на главной странице сайта, в самом низу прокрутите эту страницу, это называется «Подвал сайта», и там вы увидите полностью прописанный юридический адрес. Регистрация в еврозоне, ведение бизнеса только законно, только соблюдение всех норм и правил делается для того, чтобы в дальнейшем вывести компанию на внешнюю международную фондовую биржу. Поэтому здесь только все в правовом поле. Несмотря на то, что вся основная работа ведется онлайн, компания имеет представительные офисы и офисы партнеров по всему миру. Основной рабочий офис находится в Стокгольме, так как руководящий корпус, основные вот руководящие наши сотрудники, они находятся в Швеции. Финансовый офис находится в Дубае. 2 самых крупных партнерских офиса находятся, например, в Йоханнесбурге, это Южная Африка, Маниле, Филиппинах. Очень много самых различных офисов, потому что география «Краудван» широкая, это вся Европа, это Африка, Индия, Канада, Австралия, Юго-Восточная Азия. Страны практически все уже постсоветского пространства. И причем Россия, русскоязычные, активно начали работать лишь с декабря 2019 года. И за это время мы уже достаточно заявили о себе. В настоящее время компания «Краудван» сотрудничает вообще около, ну, чуть не хватает нас, до 6,5 миллионов партнеров из 170 стран мира. И причем это всего лишь за 1,5 года со дня образования компании. Как я уже сказала, компания организовалась в конце
2018 года. Всю официальную информацию о компании CrowdOne вы можете почитать на сайте ICT Impact Crowd Technology. Переводится как «взрывная технология масс». Сайт CrowdOne является партнерским сайтом для обслуживания партнеров компании. Именно здесь вы найдете полностью все. Очень интересный сайт, очень насыщенный. Прослеживается каждое движение, все деньги, каждый ваш шаг. Все вы можете отследить и даже задним числом посмотреть, где что, какие платежи, какие у вас движения денег проходили. Это, ну, я, поверьте моему опыту, это встречается очень редко, вот такого качества введения информации по каждому партнеру. Технология ICT, она была разработана в соответствии со строгим корпоративным управлением, которое соответствует европейскому законодательству. Это сделано не только для того, чтобы выйти на биржу, а больше для того, чтобы завоевать не только доверие партнеров, но в первую очередь доверие будущих инвесторов, бизнес-партнеров, законодателей, средств массовой информации. Компания очень серьезно относится к своему имени, чести, достоинству. Поэтому, если где-то вы, ну, в интернете или где-то вы увидите, что проходит недостоверная информация, порочащая честь компании, то это расценится как нарушение законодательства Европы. Приводится, значит, есть адрес электронной почты, контакт, где работают юристы компании, и такие дела доводятся до судов. Самое главное – понять то, что предлагает компания CrowdOne, разобраться по сути. Понимаете, ведь так очень легко пройти мимо, отмахнувшись, лохотрон, и пошел мимо, вообще не разбираясь. Поэтому, знаете, очень легко выплеснуть из, там, как говорится, вот русская пословица есть, чтобы не выплеснуть воду из таза, да, вместе с ребенком. Вот это то же самое. То есть вот мимо такого проекта пройти, ну, это я просто не знаю, это самая большая ошибка будет в жизни, я так полагаю. Итак, что же предлагает компания CrowdOne? Идея компании в том, чтобы, используя многоуровневую структуру маркетинга продаж, партнеры могли зарабатывать от всех направлений, которые уже есть и которые еще будут на платформе CrowdOne. Причем таких направлений будет очень много. Создается глобальное сообщество на основе IT-платформы для того, чтобы выводить на этих людей в дальнейшем цифровые продукты от различных компаний. То есть сейчас уже есть, значит, несколько компаний, и в дальнейшем эти бизнес-партнеры, их все будет больше и больше. То есть создается сообщество, формируется вот как раз эта платформа. Платформа – это сообщество, это люди. Вот. При этом выигрыши остаются все. Партнеры CrowdOne, которые не только смогут пользоваться самыми крутыми приложениями, программами, услугами, но и при этом зарабатывать серьезные деньги. И компании, которые имеют уникальную возможность для продвижения своих продуктов на уже сформированные и готовые для таких продвижений сообщества. Такая бизнес-схема, она может быть не для всех понятна, не для всех привычна. Мы знаем, что, ну, обычно как делается. Сначала формируется команда единомышленников, затем они определяются с продукцией, затем налаживаются бизнес-связи, закупают первую партию, определяются сертификации, логистика и прочее. И потом уже начинают приглашать лидеров, которые формируют структуру. Здесь же основатели CrowdOne начали сразу формировать структуру, приглашая людей на свою идею. То есть бизнес-проектов еще не было. Сначала были люди, которые вот начали собираться в одном месте, так скажем, уж совсем по-простому. Именно вот так создавались, например, Google или Facebook. Но в отличие от в том, что в тех вот соцсетях, да, огромные деньги, которые сейчас проходят через них, уходят владельцам в Силиконовую долину. А вот CrowdOne, основная часть денег поступает партнерам компании. И вот это самое главное, самое ценное то, что здесь есть. Поэтому задача CrowdOne – создать глобальную сеть клиентов и партнеров для работы с различными цифровыми компаниями, продвигать цифровые продукты наших бизнес-партнеров и возможность создания дохода для всех участников системы. А вот цели бизнес-партнеров – продвигать свои товары и услуги при помощи платформы CrowdOne и получить целевых клиентов, значительно сэкономив на рекламе.
Компания обеспечивает участников не только высокими доходами, но и всеми современными технологическими возможностями для успешного ведения бизнеса на глобальном мировом рынке. Как вы уже поняли, мы являемся потенциальной, целевой, заинтересованной аудиторией для различных онлайн-компаний. И чем больше нас будет по количеству, тем больше интерес мы будем для них представлять. Чем больше партнеров будет в компании CrowdOne, тем больше различных бизнес-проектов будет на нас выходить. И тем крупнее они будут, тем больше прибыль будет у таких компаний, которыми вот этой прибылью, которой они будут уже делиться с компанией CrowdOne. Поэтому компания CrowdOne делает все для того, чтобы привлечь как можно больше людей. Нас уже около 6,5 миллионов человек. Сейчас идет именно период формирования этой платформы. Мы еще в периоде стартапа, мы еще не заработали. Даже, я не знаю, процентное соотношение, насколько, ну, наверное, в самом прям начале еще. Потому что бизнес-проекты, которые выводят на платформу, они еще в полной мере не отдают еще свою прибыль. По прогнозам, к концу года будет нас порядка 20-20 миллионов человек. Ну, это трудно, конечно, прогнозировать. Здесь просто работает уже закон больших чисел. Гениальная идея создания вот такой схемы, бизнес-схемы, создание компании CrowdOne принадлежит двум основателям. Это Йонас Эрик Вернер и Йохан Сталь фон Хольстен. Йонас Эрик Вернер – это человек с огромным опытом работы в международных компаниях с объемом товарооборота более 100 миллионов евро. Его цель – создать компанию номер один в краудмаркетинговом и сетевом сегменте мировой экономики. А вот Ларс Йохан Магнус Сталь фон Хольстен – это уникальнейший человек, это генеральный директор компании CrowdOne, шведский бизнесмен, мультимиллионер, человек, которого называют европейским провидцем интернет-бизнеса. Он специалист очень высокого класса IT-технологий. Свою первую компанию в сфере IT-технологий он запустил еще в 1996 году. И в 2004 году он создал один из крупнейших бизнес-инкубаторов в Европе для венчурных инвесторов. Именно с 2019 года Йохан фон Хольстен становится генеральным директором компании CrowdOne. Результат – компания за год выходит на 5-е место в международном рейтинге Алекс и становится самой быстро развивающейся компанией в мире. Это человек с очень большим опытом, с видением будущим. Это, конечно же, главная причина, почему к этой возможности стоит как минимум присмотреться. Ну, вообще информацию, полную информацию о наших лидерах вы можете посмотреть в Википедии. Ключевые менеджеры компании. Фредерик Сталь фон Хольстен, вице-президент компании. Ян Фронстне, менеджер по Азии. Джонатан Стром, директор по Африке. Питер Якобсен, директор по работе с сетью. Йохан Вестердаль, директор по продажам. Причем Йохан Вестердаль проработал очень долгое время ведущим топ-менеджером в компании Oriflame. И Сверка Карен – это директор по играм. Для нас, для партнеров компании CrowdOne, самое главное знать что. Что я могу здесь получить и что я именно для этого должен делать. И сегодня я на эти вопросы вам постараюсь ответить. Мы все с вами в той или иной степени являемся пользователем интернета. Мы все смотрим видео, ну практически у всех, да, есть смартфоны. Мы смотрим видео, слушаем музыку, размещаем или читаем объявления, пишем письма по электронной почте, общаемся по мессенджерам различным, играем в различные игры, пользуемся приложениями, которыми уже привыкли, без которых уже даже себе и жизнь не представляем. Посмотрите на свой смартфон, он весь забит различными программами, приложениями, услугами. Там я даже называть не буду-то. Интернет сейчас – это просто неотъемлемая часть нашей жизни. Но мало кто из нас умеет зарабатывать в интернете. Согласитесь, прямо со своего смартфона. CrowdOne представляет вам такую возможность – научиться зарабатывать на различных онлайн-приложениях. И это в настоящее время это очень ценно. Если мы научимся так зарабатывать, для нас никакие катаклизмы, никакие вирусы нам не страшны, конечно же. Компания CrowdOne в настоящее время находится в периоде стартапа, как я вам уже сказала. Сейчас идет период интенсивного формирования самой платформы, набор людей. Но уже сейчас с CrowdOne начали сотрудничество
несколько бизнес-проектов, и в дальнейшем их будет множество, и вы сможете себе выбрать то, что по душе. И первое направление, которое выбрала наша компания, это сектор онлайн-игр. Почему именно сектор игр? Компании всего год. Вначале нужен рывок, но нужно вывести компанию на прибыль. Люди с самого начала должны почувствовать, что работа здесь очень выгодна и престижна. И при этом сама компания CrowdOne не является игровой компанией, не совершает никаких выплат игровым компаниям. Это не инвестиционная компания, и мы не продаем криптовалюту. Было посчитано, что за 2019 год по всему миру 2,5 миллиарда геймеров потратили на онлайн-игры $152 миллиарда. Эта цифра поразила весь мир. И это официальные цифры. А я вот нашла в интернете сведения о том, что только в США за 2019 год неучтенный товарооборот онлайн-игр более $400 миллиардов. Представляете, какие деньги крутятся в этой сфере. При этом 45% это сегмент мобильных игр, то есть это планшеты, смартфоны, айфоны и так далее. Для примера, доходность «Газпрома» в год составляет порядка $120 миллиардов. Так это «Газпром», это же недра земли, а это мобильные игры. Вот понимаете соотношение? И онлайн-игры поэтому это беспроигрышный вариант. Первая компания, которая начала сотрудничать с компанией CrowdOne, это AffilGo. Это онлайн-игры 18+, азартные игры, покер, ставки на спорт, казино, лотереи и прочее. Следующая компания Mixer, это уже социальные игры 6+, плюс в том числе и здесь киберспорт. Вы прекрасно знаете, как сейчас непросто раскрутить любой новый бизнес. И видя вот такие примеры, как развитие AffilGo Mixer, который в очень короткое время выходит в топовые позиции, в компанию CrowdOne начал поступать множество предложений от онлайн-предпринимателей с просьбой дать им возможность выйти на нашу платформу. Это уже десятки наших потенциальных бизнес-партнеров, от которых мы тоже будем иметь возможность зарабатывать. Это самые различные направления. Развлекательного, образовательного, музыкального, видео, туристического и других видов онлайн-бизнеса, которые будут запущены уже в самое ближайшее время. Вот сейчас самое трудное. Вот сейчас, понимаете, сейчас вот он бизнес наш, он с самого начала, он как бы еще обнаженный, его не видно полностью. И поэтому так много сомнений. Когда все эти вот он проекты, когда вот партнеры, бизнес-партнеры выйдут на нашу платформу, когда мы начнем уже вот полностью механизм этот заработает, тогда вообще негатив уйдет, его просто не будет, потому что всем все будет понятно. В апреле 2020 года в компании образуется фонд CrowdRavers, куда поступает 50% от прибыли вот как раз наших бизнес-партнеров. По сути, CrowdRavers становится внутренней валютой компании. На CrowdRavers поступает 40% от всех доходов, поступающих в компанию от ее бизнес-партнеров. Когда человек подключается к компании CrowdOne, он приобретает образовательный пакет. Образовательные пакеты представляют собой курсы по финансам и недвижимости. Всего существует 4 таких курса. За это компания каждому партнеру дарит на соответствующую сумму, то есть ту, которую он заплатил за свой курс, определенное количество CrowdRewards. В настоящее время один CrowdRewards стоит 2 евро. Чуть позже я вам покажу, как все это распределяется. В зависимости от того, как будет увеличиваться количество бизнес-партнеров, возрастет прибыль компании, которая продвигает свой бизнес через CrowdOne, увеличиваться будет и стоимость CrowdRewards. Уже 4 июля мы узнаем о новых бизнес-партнерах, которые выходят на платформу CrowdOne. Пакет CrowdRewards, он очень важно, его очень важно увеличивать, так как именно с них идет начисление ваших ежеквартальных дивидендов в виде пассивного дохода. В дальнейшем CrowdRewards можно будет обменять на любую валюту, а также обменять на акции компании после выхода ее на фондовую биржу. Вот на этом слайде вы можете посмотреть весь спектр онлайн бизнес-проектов, которые предоставляют площадки AffilGo и Mixer. Это такой коллаж. Эти игры уже существуют, некоторые достаточно давно, но с помощью CrowdOne они увеличат свое присутствие на рынке, выходя в топовые позиции. Ну вот, например, компания Codere, основанная в 1980 году еще.
С 2007 года акции Кадеры продаются на Мадридской бирже. В 2016 году Кадеры является спонсором Реал Мадрида. Именно за счет вот таких компаний через площадку Afilgo происходит пополнение прибыли CrowdOne. Как это происходит, я вам сейчас покажу. Как вы уже поняли, Afilgo – это площадка для раскрутки и продвижения различных бизнесов сегмента развлечений. Если вы зайдете на наш сайт crowdone.com в раздел «Товары», то вы увидите там в том числе, кстати, можно там посмотреть и образовательные наши пакеты, и в том числе Afilgo миксер. И вот если нажать на эти разделы, то вы попадете на сайты этих площадок. Именно вот так, видите, как завязаны все вот эти, связаны эти сайты, и то, что вы проходите через наш сайт, попадаете на Afilgo или на Миксере, именно так раскручиваются и выходят в топы их сайты, сайты вот этих площадок. И они, чем больше людей выходит на эти площадки, тем больше повышается их рейтинг, тем больше они выходят в топ. То есть топ – это они попадают на первые страницы поисковых систем. Если вы сами не интересуетесь подобными играми, поверьте, среди 6,5 миллионов человек из разных стран достаточно людей, которые вкладывают эти деньги в эти игры. Для таких вот бизнесов мы интересны как целевые клиенты. За счет нас они повышают свои рейтинги, свою прибыль. Вам не интересны игры, для вас будут другие бизнес-проекты, о которых я вам уже сказала. Получая прибыль, эти компании 50% отдают кэшбэкам CrowdOne. То есть сначала получают и уже от прибыли платят за продвижение. В отличие от традиционной рекламы, когда сначала нужно оплатить, любой традиционный бизнес, да, когда он организуется, он сначала платит за рекламу, то есть сначала он вкладывается. Здесь же они сначала выходят на платформу, на людей, продвигают свой продукт и потом уже отдают 50% своей прибыли. Понимаете? Вот. И не факт, что реклама, вот традиционная реклама, она срабатывает, как рассчитываешь. А здесь же все заинтересованы в продвижении этих проектов. Даже если мы не играем, мы все равно выходим и показываем людям, что у нас есть вот такие продукты. И вот такая бизнес-схема, она намного выгоднее для любого бизнеса. Прибыль, поступающая в CrowdOne вот от этих бизнес-проектов, она распределяется следующим образом. Значит, вот я вам уже сказал, 50% прибыли мы у Afilgo забрали. Теперь 20% поступает в компанию CrowdOne, 40% поступает в виде пассивный доход в виде ежеквартальных дивидендов. Это вот как раз пакет наш CrowdRevers. И 40% – это ежемесячный, резидуальный или остаточный доход за достижение рангов. Это для активных партнеров, которые строят здесь свой бизнес. Они активно приглашают новых партнеров, они строят свою сеть, они имеют доход по маркетинг-плану, который я вам покажу чуть позже. И вот этот ежемесячный остаточный доход. Вот так этот доход начисляется с самых первых рангов и дальше по накопительной системе. Причем этот доход закрепляется на постоянное получение, независимо от того, продолжаете вы работать в системе или нет. Понимаете? То есть вы вышли на доход, вы вышли на ранг, и вы его всегда будете получать ежемесячно. В мае-июне уже вот этого года, 2020 года, все партнеры уже получили выплаты по дивидендам и уже получили два раза остаточный доход. Эти выплаты будут увеличиваться с присоединением все новых и новых бизнес-проектов и по мере увеличения их прибыли. И это уже на постоянной основе. Вот здесь на этом слайде дорожная карта, в которой показано, что в самое ближайшее время к нам присоединятся новые бизнес-партнеры. Что это за направление, мы скоро узнаем. Это уже 4 июля мы узнаем, какие новые бизнес-проекты к нам присоединяются. Это великий день поистине, день независимости CrowdOne. Мы его все с нетерпением ждем, и это будет совсем скоро. Но доход от этих проектов заметно повлияет на увеличение как ежеквартальных дивидендов, так и ежемесячного остаточного дохода наших партнеров. Понимаете, здесь все связано, здесь все, вот все пазлы, все складываются. Это просто гениальнейший проект, конечно.
Уже, вы уже поняли, что именно количество людей влияет на раскрутки наших бизнес-партнеров. У компании достаточно своих инвестиций для развития любого бизнеса. Компании CrowdOne нужны не инвесторы, а в первую очередь люди, которые умеют строить сети. Если человек заходит сюда даже на большой, на титановый пакет, и он рассматривает свое вложение как инвестиции, это он в себя инвестирует, понимаете? Он не инвестирует в компанию, он инвестирует в себя. Вот инвестиций в компании нет. Человек сам, вот сам свои вложения рассматривает как инвестиции. Это его личное дело. И чтобы было больше людей, им нужно дать посильную возможность воспользоваться этим предложением. Поэтому, потому что у людей разные возможности, да, какие финансовые. Кто-то может инвестировать, кто-то не может. Поэтому нужно дать возможность всем. И поэтому стоимость образовательного пакета, который приобретает партнер, должна быть разной. И, конечно же, один из вариантов – невысокой. Итак, пройдя регистрацию в компании CrowdOne, вы приобретаете образовательный пакет. Всего 4 варианта пакета. 99 евро, 299 евро, 799 и 2499 евро. Вы не можете здесь купить на один аккаунт несколько пакетов. Более того, компания запрещает создавать несколько аккаунтов на одного человека. Один человек – один аккаунт. Потому что компания, еще раз я говорю, не является инвестиционной. Вы можете приобрести любой из этих пакетов и потом путем доплаты, так называемого апгрейда, купить более дорогой пакет, заработать здесь деньги, вкладываться и купить более дорогой пакет. Потому что это выгодно делать. И вот почему это, я вам покажу. В зависимости от того, какой вы пакет приобрели, вам компания дарит уже доли Craft Rewards. В настоящее время один Craft Rewards стоит 2 евро. Приобретая образовательный пакет за 99 евро, вы становитесь преобладателем, например, на 50 Craft Rewards стоимостью 100 евро. Если вы зашли на пакет 299 евро, то вам подарят 150 Craft Rewards стоимостью 300 евро. Если на 799 пакет, то 500 Craft Rewards стоимостью 1000 евро. И если на большой пакет, то вам дают 1750 Craft Rewards общей стоимостью 3500 евро. Причем эти доли будут только увеличиваться. Вот сами стоимость Craft Rewards, они будут увеличиваться. Они не будут меньше никогда, они будут только больше. В зависимости от того, причем насколько активно или же, ну или пассивно, это ваше личное дело, вы будете вести свой бизнес. Наши лидеры стартуют даже со 100 евро, в первые же 3 месяца вышли на доходы в десятки тысяч евро. Это не зависит от того, зависит только от вашей активности. Конечно же, можно использовать эту уникальную возможность, можно покупать большие пакеты, это выгодно, но если человек чувствует в себе силы, если он активный по жизни, то вполне это возможно выйти прямо вот со 100 евро и очень хорошо создать себе, сформировать большой пакет. Вот даже если у человека, вот знаете, не получится пригласить ни одного партнера, он все равно будет получать свои дивиденды. Помните, я вам говорила, что здесь никто не будет в проигрыше, никто, даже если никто не пригласит. Поэтому здесь и не страшно приглашать людей. Вот я же вам говорила уже, что я почему не работала в пирамидах, потому что я знаю, что я-то смогу, а вот люди, которые за мной идут, они 70% не смогут пригласить. И они, значит, прогорели, получается. И вот так везде, они потом негатив, потом все это в трагедии какие-то жизненные выливается. Вот. А здесь такого нет. Вот пусть сначала эти дивиденды, они даже небольшие, но как небольшие, со 100 евро даже, допустим, 10, вот сейчас я вам покажу, там есть такой стримлайн бонус, да, 10% в месяц получается. Это, я считаю, это очень хорошие проценты прироста. Даже это самый минимальный расчет. Сейчас действует акция, по которой, приобретая один из пакетов, вы получаете в подарок Craft Rewards стоимостью следующего пакета. Например, если вы приобретаете пакет за 99 евро, то получите пакет стоимостью 300 евро и так далее. То есть вот еще в конце мы остановимся немножко на этом.
Регистрация в компанию очень легкая, интуитивно понятная. Вы заполняете регистрационную форму, оплачиваете один из выбранных вами пакетов. Оплата производится через подарочные гифт-коды, через биткоин, эфириум, через кредитную карту или банковский перевод с вашего банковского счета. Самый выгодный, легкий и быстрый – это оплата по трем первым вариантам. То есть это через подарочные гифт-коды или через криптовалюту. Вот откуда криптовалюта. Вот услышали, да, криптовалюта. Криптовалюту мы просто оплачиваем за образовательные пакеты. Вот, всего лишь это инструмент получения. Но мы не занимаемся криптовалютой вообще, совершенно даже, близко. Гифт-код сформируется из заработанных бонусов. То есть это обналичка, по сути. Это из заработанных бонусов активными партнерами. Вы заказываете сумму, которую планируете оплатить. Человек, который пригласил вас в нашу компанию, найдет партнера, который готов вам дать гифт-код. Он у себя, вот, допустим, у меня есть на моем счету деньги, да, которые я заработала. Вам нужно войти, завести новичка, нужно вот 100 евро. Вы заказываете, я у себя заказываю гифт-код, у меня со счета списываются 100 евро, и им присваивается гифт-код. То есть это как через банковскую ячейку. Человек рассчитывается со мной через, ну, через банковскую карту, а я ему высылаю гифт-код. Вот, ну, то же самое, как банковская ячейка, очень схожие. Вот. Вывод заработанных бонусов производится теми же методами. То есть как и оплата этих образовательных пакетов, так и вывод своих бонусов тоже так же. То есть можно через банковский счет, можно через биткоин кошелек, можно через эфириум, можно через карты и так далее. Как только откроют границу с Китаем, тут же партнеры получат корпоративную карту UnionPay. UnionPay – это международная китайская платежная система. Она третья по, ну, как величине, она одна из самых крупных платежных систем в мире. И вот эта карта, вы, скорее всего, вот наберите просто в интернете UnionPay, и вы увидите. Вы вспомните сразу же значок, который часто видите на банкоматах. Например, вот эти значок, я точно знаю, что на Газпроме, ВТБ-банк и так далее. То есть на таких серьезных банках это UnionPay, и поэтому вы можете смело будете пользоваться этой картой. Эта карта, она будет привязана к аккаунту на базе блокчейна. При помощи этой карты можно будет моментально выводить заработанные деньги и конвертировать их в любую валюту. 177 стран мира работают с этой вот международной платежной системой UnionPay. А вот теперь мы переходим непосредственно к вопросу, как и сколько можно здесь заработать. Всего у вас будет два вида дохода. Здесь два финансовых вида дохода. Пассивная часть и активная часть. Нужно четко осознавать, что сейчас деньги можно заработать именно по активной части маркетинга, маркетинг-плана. Это для тех, кто рассматривает краудфанд для себя как бизнес. Основная часть дохода активной части, согласно маркетинг-плану, это объемный бинар. Мы получаем начисления за партнеры в баллах, которые затем переводятся уже в евро. Всего 4 вида образовательных пакетов. Они оцениваются в баллах, как я вам уже сказала, да? И вот белый, черный, золотой, платиновый. Белый стоит 90 баллов, черный 270, золотой 720 и платиновый 2225 баллов. Значит, теперь, вот это учет для того, чтобы учитывать по маркетинг-плану ваши доходы. Что вы сделали, сколько человек, вот для этого баллы все это приводится. Значит, объемный бинар дает возможность получать бонусы при соотношении 1 к 1, 1 к 2 и 1 к 3 даже. Первое условие, которое нужно выполнить, ну, это как в обычном бинаре. Поставить одного человека вправо, одного влево. Если эти люди зашли на белые пакеты, то есть то по 90 баллов, то у вас, например, вот вы поставили одного влево, одного вправо. Закрывается бинар 1 к 1. 90 плюс 90, это 180 баллов, выплачивается 10%, вы получаете 18 евро на свой счет. Если, значит, с одной стороны встал один, а с другой двое, то закрывается бинар 1 к 2. Если все вот на белых пакетах, то получается 90 плюс 180, да, два раза по 90, это всего 270, 10%, вы получаете 27 евро. Затем, если 1 к 3, то при всех белых пакетах вы получаете 90 плюс 90 на 3, это 270, и всего получается 360, вы получаете 36 евро. И вот теперь давайте разберем конкретный пример. Первое, что нужно сделать, как я уже сказал, открыть бинар. Одного влево, второго вправо. Вы не получите деньги, пока бинар не откроете. Значит, это обязательное условие.
Значит, идеальной картины не бывает. У многих одна нога, ну давайте будем называть нога все-таки, как обычно называют в бинарах. Можно команда, можно ветка, ну давайте будем называть нога. И вот у многих одна нога бывает намного больше другой. Ну, в общем-то, кто как работает. Кто активно работает, у тех обычно все по нулям. Например. И поэтому вот всегда стараешься лавировать между этими двумя, чтобы вот именно схлопывание вот этих бинаров. И вот смотрите, если у вас одна нога стала больше, выросла, вы работаете в одну, одна стала спонсорской, спиловерской так называемой, вы работаете здесь вместе с наставником, ее формируете, и он приглашает, и вы здесь все перелили, вы считаете. И вот, например, если вы ставите 3 человека в правую ногу, затем после этого, вот сначала 3 зарегистрировали в правую, а затем одного в левую, то получается следующая картина. Вот справа у вас начинают копиться баллы, да, вот за первых троих, которых вы пригласили, вот видите, 2250, 90, 270, это 2610 баллов. И вы ставите тут четвертым ставите человека влево, он закрывает 90 баллов. Теперь что происходит? Система начинает искать соотношение. Сначала она ищет 1 к 3. Значит, вот 93 на 3 это 270. И она смотрит, с противоположной стороны есть 270 баллов? Да, есть. У вас же 2610, да, значит есть. Получается, если вы закрываете это, ну, 90 плюс 270, всего 360, и вы получаете 36 евро. Бинар закрылся, вы 36 евро получили. Затем 360, они списываются, эти баллы. А вот правая нога, она продолжает расти. Там вот сколько осталось? Минус 360 осталось, но ведь там же еще люди подключаются, да? И вы влево опять подключаете человека. Уже, допустим, давайте на Титан, 2250 баллов. Система начинает искать опять. Сначала она ищет соотношение 1 к 3. Смотрите. 2250 на 3 – это 6750. Если с правой стороны 6750 есть, то она закрывает 2250 слева, плюс 3 раза по 2250 справа – это всего 9000, и вы получаете на свой счет 900 евро. Если справа нет, вот это 1 к 3, да, она начинает искать 1 к 2. Значит, 2250, а 1, 2 раза – это 4500, да? Значит, 1 к 2 есть. Значит, она закрывает 2250 плюс 4500, это 6750. И вы получаете 675 евро. Если даже 1 к 2 нет, тогда она закроет 1 к 1. 2250 плюс 2250, это 4500 и 450 на руки. Вот таким образом. То есть сначала вот там не по людям, а по баллам закрывается. То есть сначала система берет, вот, который появился в меньшей ноге, вот это вот новое, ну, новое количество баллов появилось, 90 или там, значит, 2250 или 700, там сколько-то получилось, да, и она ищет с правой стороны соотношений. 1 к 3 есть? Есть, закрывает. Нет, 1 к 3 нет. Значит, 1 к 2 есть? Есть, закрывает. Нет, нету, не закрывает. Тогда 1 к 1 закрывает. Вот таким образом, я думаю, это понятно. Причем в этом маркетинге нет зависимости от того, на каком вы сами пакете. Вы получаете одинаково, или будучи на белом пакете, или на титановом пакете. Вот мне, для меня это было вообще вот, ну, такой, знаете, очень прям весомый такой аргумент за этот маркетинг. То есть, смотрите, если мы на белом пакете, за нами идут на титановом пакете, то, как обычно в маркетинг бывает, ты сам должен получать от этого, как будто ты на белом пакете, понимаешь? А здесь нет такого. Ты на белом пакете, а за тобой заходит на титановый, то есть на больший пакет, и ты получаешь так же, как от большего пакета. Здесь нет обрезаний, нет сгораний при активной работе. Если партнер, правда, вот есть одно условие, если партнер не активен более 6 месяцев, то накопленные под ним переливами баллы, они сгорают. 6 месяцев у вас дается для раскачки, вы представляете? Вы будете получать по бинару до бесконечности вниз с учетом всех-всех-всех переливов. Вот такое, это вот прям мурашки аж идут от такого маркетинга, люди. Мэтчинг-бонус. Мэтчинг-бонус – это чек от чека своих лично приглашенных. Ваши люди зарабатывают, а вы получаете от их бонусов свои проценты. Выплачивается от лично приглашенных до 5 уровня 10% при следующих условиях. Белый пакет. И 4 лично приглашенных вы получаете с первого уровня своих лично приглашенных, с их бонусов.
черный пакет и 8 лично приглашенных со второго, черный пакет и 12 лично приглашенных с третьего, золотой пакет 16 лично приглашенных с четвертого и титановый пакет и 20 лично приглашенных с пятого уровня. Таким образом, имея титановый пакет, вы захватываете все виды бонусов, всех абсолютно, по глубине, по ширине и вообще все, что есть. То есть самый главный вот предел, то, что нужно себе задачи поставить, это титановый пакет иметь и 20 лично приглашенных. Следующий бонус – это бонус Streamline бонус, бонус общего потока. Это очень интересный бонус. Сразу же после регистрации партнера в вашем реферальном сайте включается счетчик, который показывает, сколько после вас в компанию зашло человек. Зачем это нужно? Именно это количество людей влияет на ваш еженедельный стримлайн-бонус. Каждую неделю в среду в вашем личном кабинете появляется кнопка, предлагающая забрать ваш стримлайн-бонус. За счет стримлайн-бонуса пополняется ваш пакет Craft Traverse. То есть это те деньги, которые нельзя пока вывести. Они этими деньгами пополняют ваш пакет Craft Traverse, который идет дальше уже на пассивный ваш доход, вот который мы уже рассматривали. Да? Еженедельно вы можете увеличивать свой пакет на сумму от 2,5 до 2250 евро в неделю. Зависит от того, на каком вы сами пакете, сколько человек вы пригласили лично и сколько людей общего потока зашли после вас. Теперь следующий, еще один бонус. Бонус быстрого старта. Это активный бонус. В нашей компании он называется бонус страха потери. Это первый раз я встречаю такое название интересное, и действительно он страх потери создается, это точно, потому что люди за 14 дней стараются пригласить как можно больше людей. Ну, как минимум это нужно сделать четверых. Есть у нас люди, которые приглашают за один день четверых, есть за два дня четверых приглашают. Я пригласила четверых за первую неделю, так что, в общем, у кого какие возможности. Вот, отчет начинается с 14 дней, отчет именно с момента регистрации. Не момента оплаты, а с момента регистрации. Но для того, чтобы этот бонус был начислен, ваш пакет должен быть, конечно же, оплачен. Если вы пригласили четверых личных партнеров, то вы можете получить от 125 до 3150 евро, в зависимости от того, на какие пакеты зашли ваши приглашенные. Не зависит от того, на какой вы сами зашли пакет. Зависит от того, на какой пакет зашли ваши лично приглашенные люди. Если во время промоушена ваши 4 партнера заходят на пакет за 99 евро и делают апгрейд до 500, на 500 евро до пакета Титан, то вы получаете 755 евро по этому бонусу. Это касается только периода промоушена. Следующий бонус – это ежемесячный остаточный доход. Мы с вами о нем уже говорили. Ежемесячный остаточный доход, он зависит от ранга, на который вы вышли в результате своих активных действий. То есть вы получаете деньги по бинару. А вот баллы, которые списываются в результате закрытия бинаров, аккумулируются для определения вашего ранга. И начиная уже с 500 баллов, вы получаете самый первый ранг. Чем больше баллов у вас пройдет по бинару, тем больше у вас доход, тем выше ваши ранги. Еще раз, накопительная система для определения рангов. Подтверждать ранг не нужно. Выплачивается этот бонус каждый месяц 15 числа. Выйдя на ранг, вы будете получать по этому доходу только больше из месяца в месяц, из года в год, по мере увеличения прибыли вот компании, которая выходит. То есть это тоже из источника пассивного дохода, из прибыли. Поэтому этот бонус, он всегда будет расти. Вот в этой таблице показаны первые выплаты остаточного дохода партнерам по рангам. Эти суммы разные, но эти суммы будут увеличиваться, еще раз, по мере выхода на платформу CraftOne самых различных новых бизнес-партнеров. Помните, я вам показывала, как распределяется прибыль наших бизнес-партнеров. 50 на 50, да? Доля компании, которая поступает уже вот от этой прибыли, она была 50, стала она 100. Мы его теперь уже рассматриваем как 100%. Она делится следующим образом. 20, 40 и 40. 20 в компанию, 40 на пассивный доход в виде дивидендов и 40% идет
Как раз вот на остаточный доход, о котором идет речь. Вся эта сумма, она равномерно распределяется по уровням рангов. Всего 21 ранг. Понятно, что чем выше ранг, тем меньше там людей. То есть вот взяли всю сумму, распределили ее на 21 ранг поровну. Но на первом ранге людей много, а на самом высоком людей мало. Поэтому и суммы там, естественно, выше получаются, да? Либо ты разделишь на 1 000 000 человек, либо ты разделишь это на 10 человек. Это разные вещи. Вот. Все выплаты, которые поступают на счет партнеров, делятся по принципу 80 на 20. Это уже не касается вот этих вот пассивного. Мы вообще вот именно все то, что вот поступает на ваш счет, все эти деньги, которые, значит, поступают на ваш счет, они все делятся 80 на 20. 80% идут на баланс, и их можно уже моментально выводить, а 20% идет всегда на пополнение вашего пакета Craft Rivers. То есть активная часть бизнес-плана, вот этого маркетингового плана, это то, что вы сейчас получаете эти деньги. Пассивная часть – это то, что будете получать в будущем. И в будущем вы будете получать две части – и активную, и пассивную. Пассивная сейчас уже есть, но она еще очень маленькая. А в будущем она будет намного преобладать, даже будет выше, чем активная часть. Понимаете, к чему все это идет? Кроме того, есть такой замечательный бонус, как бесплатный круиз. Круиз предоставляется всем людям, которые достигли ранга директора «Одна звезда». Теперь я вам хочу рассказать о промоушене, который действует до 4 июля. Условия промоушена. Значит, покупая пакет за 100 евро, вы получаете пакет Black. И компания вам дарит долей на 300 евро. То есть Craft Rivers. Покупая пакет за 300 евро, вы получаете пакет Gold. Компания вам дарит долей на 800 евро. Покупая на 800 евро, вы получаете пакет Titan. Компания вам дарит долей на 3500 евро. И покупая пакет за 2500 евро, вы получаете пакет Titan Pro, и компания вам дарит пакет долей Craft Rivers на 6500 евро. Это вот такой очень замечательный промоушен. Он уже заканчивается, идут самые-самые последние дни, когда еще будет этот промоушен и будет ли он вообще, неизвестно, потому что уже все топ-лидеры говорят о том, что это будет, ну, чуть ли не последний уже такой промоушен. Потому что мы переходим в другую фазу. Уже выходит на нас больше и больше бизнес-партнеров. Уже идет другое. То есть момент формирования, основное формирование платформы, он уже вот запущен, понимаете? И теперь уже нужно запускать уже бизнесы. И теперь уже, вот, скорее всего, промоушен следующий будет идти именно на развитие вот этих, на продвижение бизнес-проектов, вот этих цифровых продуктов различных. Конечно, по всем условиям апгрейда, по промоушен, это вам нужно непосредственно проконсультироваться с человеком, который вас пригласил в этот бизнес. Здесь условия, потому что здесь на этой презентации это, ну, нужно просто посидеть и разобраться с этим, это не для этого презентация. Теперь отметьте для себя обязательно преимущество пакета Titana Pro. Во-первых, это корпоративная карта с самым высоким лимитом. Это VIP-сопровождение по ведению ваших финансов. И плюс еще это плюс 8% еженедельное увеличение вашего стримлайн-бонуса. Ну что ж, нас уже больше, чем 6,5 миллионов человек, так будем говорить. Нас очень уже много, и нас еще будет больше и больше, несмотря ни на какие препятствия, несмотря ни на какие злопыхательства, которые вокруг нас происходят. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что это уникальный шанс. Это просто вот, ну, нельзя. Шанс этот такой бывает один раз в жизни. Один раз в жизни. И необдуманное решение пропустить такое. Очень важно услышать, разобраться, очень важно понять идею компании Craft One, потому что у компании, ну, просто невероятное будущее. Очень важно оказаться в нужное время, в нужном месте. И сейчас именно такой случай. Я вас приглашаю в нашу компанию Craft One. Прямо сейчас спросите реферальную ссылку у вашего человека, который вас пригласил, который вам дал ссылку на этот вебинар, и регистрируйтесь, оплачивайте, выбирайте пакет, оплачивайте пакет свой, и стартуйте, и зарабатывайте деньги, очень большие деньги. Всего вам доброго, с вами была Вера Черных. Пока-пока.